Вы же в мире игры в кальмара, где не работает ваша косячья и тем более коржачья магия. Ха, а ты не боишься, что мы сейчас включим режим волка и режим лиса и порвем тебя как тузик грелку, и розовых мальчиков твоих тоже порвем? Мне пофиг, я из композитной пластмассы, мне не страшны ваши вонючие зубы. Ну все, включаю режим суперпука! Волк! Пойду к окну, подышу воздухом. А, не вопрос, сходи к окну. Я сказал, не пойду к окну, а пойду к окну. Дурдом, а не квартира. Я черный лис, я ужас, летящий на крыльях ночи. Меня зовут Корги Кекс, и я второй в России Корги-видеоблогер. Мое полное имя – Великий Принц Кександр 14-й. Но те, кто на меня подпишется, могут называть меня просто Кекс. Я брат Корги Коржика, и с нами живут еще две дворняжки – Хаски Бандит и Бублик. Если ты не подпишешься на мой канал и не поставишь лайк, то они придут к тебе ночью и укусят за бочок. Выбраться отсюда можно только одним способом. С помощью моего волшебного пука! Я вчера огромную дырку в полу сделал и ветклинику взорвал коржачьей бабушке, а с этой квартирой и подавно справлюсь! Увы, тут не работает твой волшебный пук. Тут не работает вообще никакая магия. Магия заработает лишь тогда, когда вы сыграете в игру распорядителя. Ну, и что это за игра? Игра в кальмара. Вот правила игры, вонючие псы. Когда я говорю зеленый свет, вы можете идти. Когда я скажу красный, должны замереть. Кто пошевелится, тот проиграл, и того я застрелю. Да чё мы, дурные что ли, в такие игры играть, младший человек? Да, мы знаем, чем они заканчиваются. Вы что, хотите грохнуть прекрасных, красивеньких собачек? В знак протеста я повернусь к тебе попой, кукла, младший человек. У вас минута до начала игры, обсудите стратегию. Но я уверена, что вы проиграете. Так, парни, ну и что будем делать? Мы с Коржиком ищем какое-нибудь оружие, чтобы грохнуть эту куклу и достать оттуда младшего человека. Но только тут ничего, кроме камней, нету. А давайте нажрёмся камней и скажем, что у нас живот заболел. И типа мы на больничном. И играть в дурацкие игры не сможем. Ага, и потом все нас будут считать камнеежками? Ты совсем ку-ку? Блин, у нас мало времени осталось, надо быстрее думать. Да, иначе нас расстреляют. Я так вообще не смогу замереть, когда скажут красный свет. Потому что у меня шило в попе. Я пойду за дерево спрячусь, может обо мне и не вспомнят. Да уж, капец, супер план, рыжая сопля. Раз уж наша собачья жизнь скоро закончится, предлагаю хотя бы пожрать напоследок. Ага, только тут ничего нет, кроме веточек. Ну что ж, будем жрать веточки. Бедные мы, бедные. Сейчас нас грохнут в этой дурацкой игре кальмара. А ведь я был таким молодым. Эх, жаль, что нельзя превратиться в древнего Корги и навалять этой кукле. Парни, если наша магия тут не работает, значит мы можем использовать крайнее средство. Кекс, помнишь, что случилось, когда ты всякой фигни наелся? Это что такое? Точно! Используй мой хозяйский пук! Ну все, мое терпение кончилось, игра начинается. Когда я скажу зеленый свет, вы должны будете идти. Когда скажу красный, должны будете замереть или умереть. Слышь ты, кукла вонючая, сдавайся, тебе нас не победить. У нас есть секретное оружие. Какое? Вы же в мире игры в кальмара, где не работает ваша косячья и тем более коржачья магия. Ха, а ты не боишься, что мы сейчас включим режим волка и режим лиса и порвем тебя как тузик грелку, и розовых мальчиков твоих тоже порвем? Мне пофиг, я из композитной пластмассы, мне не страшны ваши вонючие зубы. Ну все, включаю режим суперпука! Волк! Капец, парни, мне сейчас такой сон приснился, прям реально кошмар. И мне тоже, как будто мы попали в Винтерфелл, который захватил распорядитель из игры в кальмара. Да-да-да, и там еще была здоровая кукла, в которую превратился младший человек. Офигеть, так это был не сон?
Чё? Так мы справились? Капец, вот это бабахнуло! Меня до сих пор трусит! Парни, можно поспать? Чего вы там опять всякую фигню придумываете? Да мы реально взорвали куклу! Иначе бы она нас заставила играть в игру кальмара и грохнула бы. Ладно, да я через тебя перелезу, разлегся тут. Ты совсем офигел, волосатая сосичка? А ну переступи обратно, я же расти перестану. Ты и так здоровая рыжая сопля, зачем тебе расти? А давай я через тебя переступлю, бубленцы, и сразу станешь расти. Ну уж нет, ты конечно красавчик, лопоухая сарделька, и спас нас. Но после применения твоего суперпука от тебя воняет. Тебя надо побрызгать коржачим дезодорантом. И на тебя надо попшикать чем-нибудь, собака бешеная. Вон, смотри, старшему человеку ничего не воняет. Он нас даже яблочками кормит. А тебе не дает, потому что корги правят миром и могут подчинить себе вонючих человеков. Так, старший человек, давай нам еще яблочко. Теперь и от него будет вонять, как от киксятины. Поэтому не, я подожду, когда все выветрится. Так, парни, а кто-нибудь мою зеленую лягушку видел? Она случайно не вот там, под креслом? А че, любименький карпун Кэт тебе уже надоел? Всем известно, что бандит самый главный любитель кошаков. Чего, желтая фигня? Тебе что, бошку откусить? Да как ты посмел обвинить меня в любви к кошакам? Я самый грозный волк на планете! Так, тут намечается скандал. Надо сваливать. Пенсияна, чего ты начинаешь? Нормально же общались? Я пошутил. Ах, пошутил, хлебобулочное изделие? Да такие, как ты, мне на один зуб. Я не хочу с тобой разговаривать, бандит. Мне не позволяет мое королевское достоинство. Ой, ну вы посмотрите на него, лопоухое величество. Еще раз назовешь меня любителем кошаков, тебе капец, понял? Ну, раз гроза миновала, пойду подостаю бублика. Бубленция! А почему ты нас называешь волосатыми сосисками и сардельками, если мы хлебобулочные изделия? Ты хочешь сказать, что в тебе нет мяса? Вообще-то в современных сосисках давно нет мяса. Ну хорошо, тогда я буду называть вас волосатым тестом. Но ты же тоже хлебобулочное изделие, значит ты тоже волосатое тесто. Точно, у меня в доме 3 волосатых теста и 2 из них с хвостами. Скоро останется один, потому что этого достающего кекса я сейчас сожру, папася. Ты чё, офигел на моего брателлу наезжать? Да ты вообще знаешь, кто мы такие? Да, если я встану на задние лапы, то я вообще огромный. Выше тебя всех миллион миллионов раз, потому что я ужас летящий на крыльях ночи. Я козюлька в твоем носу, которую ты не можешь выковырять. Я Корги Кекс. Да, вот только ты еще продолжаешь вонять после твоего супер-пупа, Киксяндр. Пойду к окну, подышу воздухом. А, не вопрос, сходи к окну. Я сказал, не пойду к окну, а пойду к окну. Дурдом, а не квартира. Ну что, проветрился? Тогда еще раз посмотри, какой я огромный. Смотри, какая у меня пасть злая. Боишься меня? Опять начинается. Да боюсь я тебя, боюсь. Ты меня неправильно боишься. Надо кричать: спасите, помогите. Вообще-то это мы вас научили, как правильно бояться. И теперь ты меня в ответ будешь учить. Ага, потому что я огромный черный лис и ужас летящий на крыльях ночи. Я победитель куклы из игры в кальмара. А какого-то мелкого рыжего хаски я и подавно победил. Так что бойся правильно, давай. Ну ок. Спасите, помогите, на меня напали огромные страшные черные лисы. А еще мы очень коварные. Я вот сейчас лягу вот тут и буду вам коварно мешать. Кстати, Бублик, как ты считаешь, а я коварный? Да за что мне это наказание? Косята, напишите в комментах, чтобы они меня не доставали. Дулечки-пердулечки, рыжая сопля, это мой канал и мой ролик. Так что, коржата, напишите в комментах, что мы будем доставать хаски, и это правильно. Коржик, коржик! Чего тебе, Хексяндр? Я хочу машину! Но где же нам ее взять? У меня идея! Давай украдем ее у человеков! А это хорошая идея! Коржик, коржатина! Что тебе, Хексяндр? Кто такие райские птицы? Это яркие радужные птицы! Стоп, я же черный! На что ты намекаешь? Я адская птица! Капец! Коржик, коржатина! Чего тебе? А нас же Бублик и Бандит называют волосатыми сосисками! Ну да. Так это же неправда! А почему? Но мы же Коржик и Кекс! И что? Ну Коржик и Кекс состоят из теста, значит мы... Волосатые тесто? Капец! Из нас делают оладушки? Коржик! Чё надо? А кексы, коржики и бублики вкусные? Ну да. А бандиты вкусные? Нет. Значит, нас бандит сожрет. Капец! Бублик, мы съезжаем. Слушай, коржик, можно тебе вопрос задать? Да, можно. Ругаться не будешь? Не буду. Я писался на твою кровать. Ах ты ж! А, бандит Бублик, спаси!
Спасите! Тебе не спастись! Я не мелкий, я не дрыщ! Что? Не мешай, я свой новый трек пою! Какой? Я не мелкий, я не дрыщ, а коржик, рыжая колбаса! Что ты сказал? А ну-ка иди сюда! Мне капец! Коржик! Что? Когда нас мясом покормят? Никогда, потому что нас не любят. А как же подписчики? Только они нас любят. Они самые лучшие! Между прочим, уже летящий на крыльях.